Федеральная налоговая служба начала информационную кампанию по уплате имущественных налогов. По итогам 2020 года казна должна пополниться более чем на 250 миллионов рублей. Большую часть поступлений обеспечит транспортный налог. На него приходится 165 миллионов, а также имущественные и земельные налоги. Как отметили в ведомстве, уведомления уже разосланы по почте. Письма адресованы, увы, не всем. Те налогоплательщики, которые имеют доступ к личному кабинету, получат уведомление только в электронном виде. В случае, если вы хотите получать налоговое уведомление в бумажном варианте, необходимо заблаговременно через личный кабинет предоставить налоговый орган такую информацию. Напомню, срок уплаты имущественного налога истекает 1 декабря. Быстро и удобно сделать это можно через личный кабинет или единый портал госуслуг. У пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также некоторых групп инвалидов и многодетных семей существуют льготы по уплате налогов.